области. Понятно, да. Добрый день. Можно ваши сначала? Какое? Ну, у вас же есть удостоверение? Если пока не показываете, как я могу показать? Нет. Доверяете, что ли? А вдруг вы просто форму где-то купили? Тогда буду сразу стрелять. Если форму купил, она не будет так разговаривать. Вежливо едет. Нет, я же тоже вежливо попросил. Нет. Кто купил форму, они вежливо не будут разговаривать. Ну, понятно, да. Ну, у вас же есть закон, по которому вы работаете. Ну, давайте тогда. А что опоздал? А? В смысле опоздал? А он даже не мигал, вы что? Есть документ? Есть. Не, давайте вы сначала. Ну покажите, у вас же есть удостоверение. Какое? Удостоверение сотрудника патрульной службы. Есть? А что, первый раз? В смысле первый раз? Не первый раз. Так, поэтому и спрашиваю. Много раз спрашиваю? Всегда. Есть такой? Есть. Не-не-не, подождите, вот у вас же вот есть камера. Вы на нее пишете. Вы должны предоставить по моему первому требованию удостоверение вашей о том, что вы сотрудник полиции. Сначала сделай, а потом ты можешь свое спросить. Я же не знаю, вы сотрудник или нет. Я не сотрудник, я бандит. Ну и тогда о чем я с вами буду разговаривать? Не видно, да? Что я этот бандит. Не, ну можно пойти в магазин купить такую форму. Но вы же знаете. Вы же знаете закон, есть 370-й приказ. А где ты, вот, ты видел такой случай, что купил и вот так делал? Где случай? Нет, нет, я закон читал. Примерно скажи, где? Когда и где было? Я не видел. Форму купил, который, и вот так сделал? Я не видел. А ты что тогда спрашиваешь? Потому что есть закон, вы обязаны работать по закону. По первому требованию водителя инспектор должен предъявить свое удостоверение, правильно? Да. Давайте. Это вот а уже... ты не должен, да? Я должен после того, как убежусь, что вы инспектор. Нет, я не должен, да, и только после нарушения для составления протокола. Знаешь, да? Да. Что надо делать? Инспектор. Выполнять требования инспектора. Пожалуйста. Вы инспектор? Покажите удостоверение. Не, я не инспектор, я... Ну, как я должен выполнять ваши требования? Я тогда по-другому буду действовать. Как? По бандитски. Давайте. Можно позвонить в службу. Ну так что? И что? Все? Пойду пообщаюсь. Позвоним в службу и пожалуемся, что подошел такой-то, отказался сейчас предъявить. Добрый день. Подскажите, меня вот сотрудник патрульной службы остановил и отказывается показывать свое удостоверение. Верхний дежурный часть, позвоните 53-22-33. 53-22-33, да? Спасибо. Служба договорил.
цифра незаконная. Да, B-122. Извините, абонент нет. Которая... Ну, потом посмотрим. Быстро разберемся.